из далеких снов ангел прилетел рядышком со мной. Добрый ангел сел. Очень я прошу тебя, ангел дорогой, счастье принеси с собой мамочке родной. Лучший подарок мамам на 8 марта – новая оранжерея для их цветов жизни. В Сухово-Дерябихском микрорайоне торжественно открыли детский сад. Если точнее, новый корпус. Здание, принадлежавшее 44-й гимназии и не использовавшееся по назначению многие годы, переоборудовали в дошкольное учреждение. 44-й гимназии отдельные слова благодарности, надо сказать, директору Майорову за то, что он уступил, по сути, нам под детский садик это помещение. Времени ушло почти год, а средств 16 миллионов рублей. Сейчас уже сложно представить, что год назад здесь был старый бассейн, обшарпанные стены и полное запустение. Помещение общей площадью 457 квадратных метров пришлось капитально ремонтировать. Было непросто, но того стоило. Получились три дополнительные группы в общей сложности на 60 ребят. Веселый интерьер, новая удобная мебель и очень много игрушек. Родители от нового детского сада остались в восторге. Чего уж говорить о детях. Ребенок в восторге, все очень ярко, игрушки новые, мебель новая. Конечно, не сравнится с нашей предыдущей группой, хотя там тоже все хорошо было. Мы в восторге. Практика оживлять старые, зато уже готовые помещения вместо того, чтобы строить с нуля, за последние годы позволила создать в Иванове сотни новых мест в детских садах. Работа эта продолжается и сейчас. Правда, пустующих зданий осталось немного. Мы ведем переговоры по возврату нам некоторых зданий как с областным правительством, с МВД. Ну, когда в 90-е был период, раздавали детские сады, сейчас такая ситуация, то, что мы их пытаемся вернуть и как раз вот провести реконструкцию. В Сухово-Дерябихском и Рождественском микрорайонах бум жилищного строительства. Молодых семей, а значит и детей здесь уже много, а будет еще больше. Так что новый детский сад – радость не только для нынешних родителей, но и для тех, кто только планирует ими стать. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.